Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Тема внедрения алкозамков на транспортных средствах в России не забыта. Оснащать ими планируют грузовые автомобили, автобусы, а также легковушки физических лиц, которые были привлечены к ответственности за нетрезвое вождение. Накануне появилась новость о том, что для таких устройств разработан ГОСТ. Ожидается, что алкозамки будут позволять запускать двигатель без проверки, а вот для того, чтобы машина тронулась с места, придется дыхнуть. Аппаратура должна быть снабжена и видеокамерой. Это позволит избежать случаев, когда в трубочку дует подставной, заведомо трезвый человек. Трасса 101. МВД разработала новую инструкцию, в которой говорится, как инспекторы ДПС должны общаться с водителями. Документ запрещает дорожным полицейским любые действия и высказывания, подчеркивающие национальность шоферов, их пол, язык, гражданство и другие естественные признаки. Также гаишникам следует воздерживаться от наставнического тона и спорных обвинений, не говоря уже о том, что инспектор должен обращаться к водителю исключительно на «вы». Трасса 101. Цены на новые иномарки в нашей стране достигли потолка. Правда, скорее всего, временного, считают эксперты. В конце апреля лишь три бренда подняли стоимость авто. Это Volkswagen, Subaru и Opel. Многие компании обошлись без подорожания весь второй месяц весны. Среди них Kia, Lexus, Mitsubishi, Cherry, Exeed и другие. Кстати, кое-какая определенность появилась в отношении Volkswagen. Завод концерна в Нижнем Новгороде будет простаивать минимум до начала осени этого года. Работникам пообещали выплачивать 2/3 от стандартной заработной платы. Трасса 101. Многие автомобилисты жалуются на то, что после продажи авто им продолжают приходить письма счастья, а также капает транспортный налог. Все потому, что новый собственник не зарегистрировал машину на себя. В ГИБДД напомнили, как действовать в таком случае. Во-первых, подождать 10 дней. Такой срок отводится на перерегистрацию. Затем на сайте госавтоинспекции проверить историю регистрации проданного автомобиля. Если изменений там не произошло, то можно смело писать заявление о прекращении регистрации. Ходить и ездить никуда не надо. Сайт госуслуг в помощь. Трасса 101. Советское прошлое возвращается. Предприятия снова начали раздавать своим сотрудникам земельные участки под обустройство огородов. Речь идет о калининградском заводе «Автотор», который специализируется в частности на выпуске авто марок «Kia» и «Hyundai». Наделение работников землей на безвозмездной основе по 10 соток на душу компания обосновала стремлением оказать дополнительную социальную поддержку. Всего начальники собираются распределить 300 гектаров земли. Кстати, продажу семенного картофеля новоиспеченным огородникам организовали прямо на месте. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».